о чем я думаю, глядя в квадрат окна, что где-то там находится волшебная страна. Там люди живут без зависти, без злобы в любви живут, и чистую воду истины из водопада пьют. Там дети радугой укрываются и купаются в облаках, а люди солнышку улыбаются, прославляя Творца в стихах. Я слышу нежную музыку, нездешнюю тихую речь, и стараюсь это все в сердце своем сберечь. Верю, однажды вечером вспыхнет квадрат окна, и для меня откроется волшебная страна. Там дети радугой укрываются и купаются в облаках, а люди солнышку улыбаются, прославляя Творца в стихах. Yeah.